общем, наклеил вот такой вот я уплотнитель строительный для железных дверей с магнитной полосой. Полоса из какого-то композитного мягкого материала, режется ножницами. Вот, и вот так вот все проклеилось. Как вы видите, родные дренажные отверстия все сохранены. По самой краешке как раз вот этот уплотнитель по размеру очень хорошо лег. Вот, и стал как родной. Доклеивал не до конца, доклеивал вот до части, где идет уже под, как бы пространство, которое уже заливается водичкой. Вот до сюда я доклеил. Вот, общий вид вот такой вот сейчас настроим. То есть вот она по всему периметру очень ровненько легла. Клеил на даче. Сначала обезжирил white спиритом и потом феном обычным бытовым. Клеевой состав нагревал и проклеивал. И все четко легло. На этом все. Вот такой вот остаточек остался, сантиметров, наверное, 15-20. От всего 2-10 была упаковка. Вот, вот клеевой состав с красной пленкой. Так вот выглядит сам уплотнитель. Вот, и вот там вот внутри еще, сейчас мы попробуем увидеть, вот такая вот лента. Вот с какого-то магнитного материала. И вот как будто жесткий пластик такой. То есть царапать она ничего не будет. Все, и потом она приклеивается, вот так вот расширяется, и у вас все, в общем-то, довольно хорошо сохраняется. Ну, посмотрим, как это будет эффективно, пока мотор новый, все чисто. Вот как раз и оценим. Сейчас у нас начались дожди. Посмотрим, будет ли какой-то эффект от этого или нет. К двери, соответственно, мы обклеиваем вот такой вот таким строительным уплотнителем. Стоит он 200 рублей 3 метра, если двойной, или если его разделять, то 6 метров получается. Вот, в Леруа. Клейка основа. Вот так вот получилась задняя дверь. Опять же клеим на фен. Все легло хорошо. Вот, ну посмотрим вообще, будет ли какой-то эффект от этого дела. Если не будет, оторву. Я сделаю пока одну только сторону двери. В смысле, одну сторону, переднюю и заднюю дверь. Если никакого эффекта не будет, тогда оторву. Тут еще вопрос по зазору между уплотнителем. Вот, и будет ли там скапливаться вода, например. К примеру, если она вдруг сверху натекать будет, то если будет уплотнитель, она может не стекать до конца туда, за пороги. Ну, то есть это нужно смотреть. Вот, весь колхоз это эксперимент, поэтому посмотрим, как оно будет.